Какая сказка. Так, если мы поедем на водопад, то мы должны свернуть на Петре. Видишь, будет поворот на Петре. Вот сейчас? Да. Тут водное местечко, а это вот Симферополь. Сейчас вот на Петре, да, Бахчисарай, да. Буквально минут 15 мы проедем и выйдем на шикарнейший. Не знаю, или сейчас он полноводный, или нет. Музычку чуть-чуть. А то мне опять же заблокируют. Нужно разбирать их, кто куда едет. Кто-нибудь. Кто куда едет. Ты не переживай, главное не дергайся. Не, ну они как-то... Главное аккуратно, лучше... Тут от меня еще каких-то решений, а я от них. Ты не переживай. Нормально. Не торопись, потому что тут будут такие, опять же, серпантинчиком.